Несколько дней назад в лагерь «Заря» приехали просто мальчишки и девчонки. Сегодня они уже стали членами отрядов и полноправными хозяевами территории. Много усилий было приложено за последние годы, чтобы осенние смены действительно у нас открывались и были полноправными. Вы знаете, сегодня такой круг гостей показывает, что всем, наверное, хочется к нам в «Зарю» отдыхать, купаться в нашем бассейне. Ну а главное, я думаю, что в душе каждого из вас останется не просто понятие «профсоюз», а вы в действительности когда-то примете очень правильное решение, вступите в эту организацию, и она будет защищать ваши интересы. Приятного отдыха! Осенняя смена в лагере «Заря» будет проходить под лозунгом «Профсоюзная страна». Мы начинаем концерт, посвященный открытию осенней смены 2013 года в самом лучшем на свете лагере «Заря». Действительно, наш лагерь самый лучший, потому что в нем всегда много детских улыбок, неподражаемого восторга и радости, и встреч с новыми друзьями. Лагерю почти 75 лет, и с момента основания «Заря» была надежным другом и помощником наших ребят. Много поколений ребятишек выросло на том позитиве, который предоставляет «Заря» всем желающим. Вот и сегодня вновь эти стены принимают детей. Ребята приехали отдыхать в лагерь «Заря» с разных городов. Первоуральска, Кировограда, Рефтинского, Каменск-Уральского, Заречного, Екатеринбурга, Соликамска. Ребята радовали зрителей своими талантами. Со сцены звучали песни, исполнялись танцы. Детям пожелали хорошего отдыха гости мероприятия. Дорогие ребята, вот я сижу среди вас, и вы не представляете, как я радуюсь. Я радуюсь так же, как вы. Я давненько не был на открытии смены. Давненько. Я даже затрудняюсь сказать, но это 10, может быть, 15 лет. А сколько смен мне пришлось открыть, я сейчас затрудняюсь сказать, потому что каждый сезон это было минимум 4 смены. И, кроме того, мы уже тогда, в далекие годы, завозили детей зимой. Для этого мы и строили вот этот замечательный лагерь, который начал строиться в 82-м году. Опять же, по настоянию профсоюза, потом вот о чем мы сегодня здесь говорили. Построили лагерь, я думаю, что... Но если не самый лучший на сегодняшний день, то, наверное, не более 3 лагерей в области, поскольку прежде чем приступить к строительству, мне пришлось проехать всю область, посмотреть все детские, пионерские, в то время красивое такое название лагеря, и мы все лучшее старались принести сюда. Я бы хотел пожелать, чтобы вы здесь как следует отдохнули, запомнили этот замечательный оздоровительный лагерь. Владимир Александрович, Наталья Робертовна, конечно же, иногородних детей надо провести по асбесту и показать им наш замечательный город, чтобы они приехали домой и могли об этом рассказать. Спасибо за внимание. Хорошего вам отдыха. После праздничного концерта глава асбеста Владимир Суслопаров посетил бассейн лагеря «Заря», строительство которого закончилось этим летом. И вот мы специально зашли в бассейн посмотреть, как они резвятся и купаются в нашем плавательном бассейне лагеря «Заря». Тот шум и те недоброжелатели, которые говорили о том, что у нас не состоится смена, что мы не сможем детей купать, это все вранье. Дети купаются, мы это видим, и никакого негатива не испытывают. Никакой трещины в бассейне нет, бассейн функционирует и будет функционировать. Юлия Рушенцева, Евгений Шабанов, Новости ТВ.